Сэр, мы в точке встречи. Контакта пока нет. Похоже, корабль Мёбиусов еще не прибыл. Странно. Они никогда не опаздывают. Сэр, сюда телепортируются корабли Доминиона. Во главе флагман Менгска. Пресвятая мать-заступница. Их щиты отключены. Подозрительно. Мэтт, подготовь стыковочный отсек. Командир, это не самый разумный шаг. Ты хотел своей революции, сынок? Вот и получай. Посмотри на меня, Арктур. Посмотри в глаза своей смерти. Моего отца здесь нет, командир. Я Валериан Менгск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага. Используя его, я смогу построить приспособление, который обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть, лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Сэр, вы серьезно решили заключить сделку с Валерианом? А мне по нраву эта затея, Джимми. Керриган превратится в человека, получит пулю промеж глаз. Ты, наконец, избавишься от своего прошлого, а заодно и целое состояние получишь. Давай не будем забегать вперед, Тайкус. Атака на чар — это самоубийство! Вы готовы всех нас в расход пустить, лишь бы спасти свою подружку! Здесь нет места личным интересам, Мэтт. Дело не во мне. Это единственный стоящий шанс, который у нас есть. Я не собираюсь его упускать. Ну так как поступим, Джимми? Вернем Керриган или все-таки закопаем? Это уж мне решать. У вас обоих достаточно работы. Займитесь ей! Ну что ж, всем снова приветушки. С вами, как всегда, я, и мы продолжаем. Слышал, ты завел себе новых друзей. Этот Валериан не так прост, как кажется. Ему пришлось в одиночку спасать свою шкуру, пока папочка завоевывал сектор. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Военные аналитики Доминиона растеряны и приятно удивлены тем, что, несмотря на частые стычки с зергами в пограничных мирах, натиск пришельцев на сектор Доминиона ослабевает. Это потрясающе, Гейт. Значит, наши парни все-таки потеснили зергов.
Разумеется, Донни. Но существует также мнение, что все это время зерги что-то искали в наших мирах. И либо они достигли желаемого, либо оставили поиски. Возможно, истинной причины мы не узнаем никогда. На этом наш выпуск подошел к концу. Но я чувствую, что они таки кое-чего не нашли, и это нашли мы. Поэтому они оставили наш мир в покое. У меня такое чувство, что я разговариваю сам с собой. Есть такое, да. Много кредитов, это хорошо. Да? То есть, нет. В общем... Но... Я понял, ты как всегда замучился. Итак, эти артефакты могут освободить Керриган. Какое удачное совпадение. Тайкус появляется из ниоткуда и предлагает заняться сбором этих штуковин. Статистически, сэр, вероятность совпадения в данном случае незначительно мала. Однако эти артефакты представляют собой воплощение сил, лежащих далеко за пределами любых областей современной тиранской науки. Если что-либо вообще способно остановить королеву клинков, может быть, это как раз они? Все эти древние штучки для меня темный лес. Но я молю Бога, что когда придет время, они вернут ее мне. Будем надеяться. Так, арсенал. Сфон, дружище. Перед тем, как мы с тобой поговорим, я прочту немножко о Банше. Итак, Банше. Тактический истребитель АХ-G-24. Банши были сконструированы военными инженерами Доминиона для подавления восстаний колонистов. Благодаря маскировке и высокой маневренности они быстро доказали свою эффективность при ведении боевых боев в больших и малых поселениях и вскоре стали также использоваться в столкновениях с зергами и протосами. Генератор маскировочного поля DM-51 является одним из наиболее сложных приспособлений в арсенале Доминиона. К сбитым Банши высылают специальные команды, которые должны извлечь генераторы, либо уничтожить их. Вот такие вот дела. Ха. В чем проблема, Свон? Он еще спрашивает. Ты связался с нашими заклятыми врагами. Каждый из моих парней потерял своих родных или друзей на войне с Менгском. Мы сидим на бочке с порохом. Что тут непонятного? Это не обсуждается, Свон. Я должен сделать это. Да, чувствуется нашему другу Рейнеру затмило глаза любовь. Ладно, посмотрим, что во флоте есть... Маскировки Банши держатся вдвое дольше. Банши стреляют очередями, поражая врагов в раз, положенных на одной линии. Я думаю, сначала вот это стоит улучшить, а потом все остальное, если что. Окей, ушки, на мостик. Сэр, к нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан хочет поговорить с вами. Я думаю, попозже. Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я сказал, я справлюсь. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Ну а че, он прав, по сути. Сэр. Я вынужден поставить под сомнение объективность вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, что делаю, Мэтт. Верь мне. Мы почти выиграли войну с Менгском. Если мы сейчас отправимся за королевой клинков, все пойдет на смарку. Это гораздо больше, чем победа над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на Чаре, мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля! Сэр. Да. Чё-то с Рейнером определённо не то. Революция потихоньку набирает обороты. Прикольно. На всякий случай сохранюсь. Winds of Liberty, там, не знаю, 78-78 пусть будет сохранение. И пообщаюсь с коммуникатором.
Командир Рейнер, думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте... Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам... Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. Все хотят знать, смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец. Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его, как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека, объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Думаю, ты прав. Ну да, что-то в этом есть. Ладно, на карту, друзья. На Чар можно. Но думаю, что пока рано. Поэтому вначале мы пойдем на Кархал. На Чар это будет прям. Говорю, что в этом загадочном, практически неисследованном районе космоса находится космический корабль, доселе неизвестной инопланетной расы. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Ну что ж, идем. Новость о нашем налете на Волгалу еще не дошла до Доминиона. Они не знают, что Одина угнали. Пришлось задействовать все возможные связи, но Одина с Тайкусом я на поверхность выгрузил. Мэтт, ты гений. Сложно представить, чего тебе это стоило. И не представляете, сэр. Я намерен прижать Менгска любой ценой. Они ведь все еще ждут Одина на студии UNN для съемок передачи. Именно. И мы их не разочаруем. Одином будет управлять Тайкус, потому что он единственный, у кого есть опыт. Он создаст элемент неожиданности, и как минимум несколько минут доминионцы будут метаться, а мы в это время нанесем удар. Точно, воспользуемся замешательством и построим базу. Командный центр для этого мы уже позаимствовали. Коварный план, Мэтт. Мне нравится. Если Тайкус во время атаки нанесет доминионцам достаточный урон, то отправить передачу в эфир будет сравнительно просто. Помните, у нас будет всего несколько минут, прежде чем доминионцы поймут, что Одином управляет Тайкус. После этого они стянут сюда все силы, чтобы остановить нас. Как бы там ни было, мы устроим Менгску веселое шоу. Пора начинать. Я взломал сеть службы безопасности Доминиона. Отправляю координаты их основных сил. Тайкус, можешь начинать погром. Думал, ты никогда не попросишь. Итак, друзья. Какая прелесть. Нам нужно как-то все это дело уничтожить. Мощно. Один вышел из-под контроля. Повторяю, Один вышел из-под контроля. Вывести робота из строя. Внимание, пилот Одина. С вами говорит генерал вооруженных сил Доминиона Ворфилд. Приказываю вам остановиться, или вы будете уничтожены. Узрите новейшее орудие Доминиона. Он бедняга. Рагнарок-н-ролл. Рагнарок-н-ролл. Сейчас будет жарко и замечен больно. Замечен беглый Один. Займитесь им. Мне нравится. Сейчас будет жарко и больно. Мощно. Надеюсь, эта штука застрахована. Рагнарок-н-ролл. Мне достаточно просто уничтожить некоторые базы. Дорогу в принципе, слонам султана.
нравится. Дорогу слонам Султана. То, что у меня хп очень мало, это меня бесит, значит, если честно. Мне нравится. Могу только вот так сделать. Рагнарок-н-ролл. Мощно. Большую часть базы, я думаю, уничтожить таким образом. Богов. Сейчас будет жарко и больно. Мощно. Замечательно. Сейчас попробуем мы здесь это что-нибудь уничтожить. Больно. Ну, благо. Блин, ну на самом деле очень... Рагнар! Этот могучий стальной гигант станет памятником самоотверженности и гениальности инженеров и ученых Доминиона. Они подняли тревогу. Скоро меня отключат от системы. Не торопи, мальчик. Имею я право получить удовольствие от работы? Конечно, имеешь. Головорез идет на перехват Одина. Думаю, не дойдет немножко. Так. Мне нужно как-то... Мне нравится. Па-п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 а-
У нас кончается время. А, у них тоже. Не наводи панику. Рок-н-ролл. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится, чем больше, как бы, да, то есть я их бью, тем мощно. Чем больше они меня бьют, скажем так, тем дорогу больше маха при этом остается. Доминионцы переключились на шифрованный канал. Я больше не могу отслеживать их расположение. Но я получил доступ к внутренней сети UNN. Теперь нашим бойцам нужно будет задержаться у каждой из станций на некоторое время, чтобы можно было отправить передачу. Чтобы выйти в эфир во всех секторах Доминиона, нам нужно будет удерживать каждую станцию достаточно долго, чтобы загрузить данные. Захватить и удержать станцию может любой боец. Менгск не будет сидеть сложа руки. Нужно торопиться. Конечно, не будет. Вы же только что отправили их сюда. Что за фигня? Недостаточно энергии. База развернута. Передаю управление вам, сэр. Поим-ка эту крошку. Пощупаем, пощупаем. Отдавим их интеллект. Так. Что происходит? Что стряслось? У меня есть для вас сюрприз. Минитор. Торы будут помельче у Одина, но не более шустрые. А мощность выстрела у них, дай бог, каждому. Пользуйтесь на здоровье. Самого большого мне оставьте. Пощупаем-ка эту крошку. ТСМ готов. Кого, подлота? Выкладывай. Так. Какая короче, ты? Ладно. Я царь пушка. Один плюс готов. Царь пушка, все замечательно. Сейчас отправим еще одного мула, и думаю, можно будет немножечко поразвиваться. Ага, замечательно, здесь вроде никого нет, а мы можем строить здесь еще пару торов. Думаю, тебе мы поставим задание такое. Все будет классно, мне пока все устраивает. Так, а можно сделать вот так. Отсюда на нас будет нападать. Ага, значит, надо обороняться. Значит, надо поставить здесь раз и два. И на всякий случай здесь тоже раз и... Недостаточно минералов. Я сказал два. Потом вернуться на базу. Ну все честно. Честно, чисто и легко. Эй! Это будет наш боевой отряд. Какашки. Задавим их интеллектом. Думаю, что в какую-нибудь одну из них я направлю. Эту крошку. Улучшение завершено.
Знаете что, ребят, вы мне будете сейчас строить вот эту вот фигню. Задело? Да. База атакована. Как я прям угадал, да? Прелесть. Можно мне его оставить? Рагнарок-н-ролл. Давайте мы сначала вот сюда прогуляемся. Сейчас будет жарко и больно. Менгск лжет. Дорогу слонам султана. Вообще не сюда, надо сюда прогуляться. Что-то я совсем уже не на ту дорогу вышел. Мне нравится. Вышел на тропу зла. Ху-ху-ху-ху. Ладно. Выкладывай. Так. Здесь нельзя строить. Недостаточно минералов. Ну, чуть-чуть осталось. Давай. Вооружён. И да, отлично, все, шикос. Воплощение инженерной мысли и человеческого трудолюбия. Он станет нашим главным оружием в борьбе с угрозой зерга. Сделано! Пощупаем-ка эту крошку. Пощады не будет. Рагнарок-н-ролл. Познай силу грома. Давай. Какая прелесть. Бам. Можно мне его оставить? Бам. Сейчас до база. Будет жарко и больно. Мне нравится. Я уже заждался. Надеюсь, эта штука застрахована. Дорогу слонам султана. Рагнарок-н-ролл. О-о-о. Камня на камне не оставлю. Сейчас будет жарко и не больно. Не очень хорошо, если моих ребят будет убивать. Мне пощупаем-ка эту крошку. Потом первым в дело идет Один, а потом все остальные. Мощно. База атакована. Шикозненько. Мне нравится. Мощно. Так, раздолбаем эту грень. Познай силу грома. Оба ничего восстанавливаться могли, было бы вообще идеально. Так, вы. Кому навешать? И вы. Давай, удиви меня. У вас пока сюда. Есть, так, работёк. Давайте еще одну поставим. Водишь ты. Да, да. Я уже заждался. Шкозненько. Так. Вот так, думаю. Недостаточно энергии. Замечательно. Здесь почти. Надо улучшать. Выкладывай. И мне потребуется, чтобы он создал еще Понял. Один. Надеюсь, улучшение? Эта штука застрахована. Какая прелесть. Можно мне его оставить? Конечно, можно. Рагнарок-н-ролл. Месторождение минералов выработано. Замечательно. Мне прям все устраивает. Сейчас будет. Отряд Чарли, быстро к башне! Уничтожить мятежников! Камня на камне не оставлю. Тор уже тут. Будет больно. Дорогу слонам султана. Сейчас будет жарко и больно. Мощно. База атакована. Первая передача загружена. На этот раз Менгск не отвертится. Входящее сообщение. Я знаю только одного человека, который в своей наглости способен зайти так далеко. Рейнар. А, нет, Арктур.
Уж тебя-то в этом никто не переплюнет. Надеюсь, тебе понравится наше шоу. Я так и знал, что это он. Ворфилд, отправляй своих людей. Мне нужна голова Рейнора, его и всех его дружков-террористов. Топливо кончилось. Пора валить отсюда. Улучшение завершено. Серьезно? Я лоханулся, да? Ладно. Месторождение минералов недостаточно Виспена. Но он смог захватить, это главное, мне остальное это особо не важно. Тор уже тут! Так. Смерть на пороге. Авиавойска мне еще нужны. В принципе-то. Есть. Что происходит? Что, быстренько построим их? Ну да, конечно. Замечательно. Смерть на пороге. Так, раз и два. Месторождение минералов выработано. За делом? Раз. Эй! И два. Водишь. Замечательно. Смерть на пороге. База атакована. Все понятно. Круто! Еще бы. Какие хитрожопые они, да? Я уже заждался. Ну, эту базу мы почти разрушили, поэтому вооружен ничего страшного в этом нет. Улучшение завершено. Недостаточно Виспена. Виспен у нас, да, действительно, с Виспеном проблемки. Недостаточно Виспена. Пристройка завершена. Пристройка завершена. Кому навешать? Давай. Недостаточно минералов. Все, шкос. Нашей армии мы можем спокойно выходить и уничтожать то, что здесь осталось. Плюс я хочу открыть секретную миссию, которая есть от улучшение туточки. Завершено. Задавим их интеллектом. Требуются дополнительные хранилища. Yes, Тор уже это хранилище? Да. Недостаточно минералов. Да вообще не проблема. Никого лучше, кто бы не носил всю технику. Задавим, кому навешать? Так, вот сюда вот пока надо на мост. Я уже заждался. Высылайте подмогу. Вас понял. Так точно, сэр. Вооружен и опасен. Высылайте подмогу. Нее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 ee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 e
Задавим их интеллектом. Кому навешать? Высылайте подмогу! База атакована. Высылайте подмогу! Вас понял. Все понятно. Я уже задавил их интеллектом. Давай, удиви меня. Понятно. Кому навешать? Познай силу грома. Смерть на пороге. Ну все, он трындец, ребят. Минералов выработано. Почему бы и нет? Недостаточно минералов. Я уже заждался.
Давай, удиви меня! Так. Что происходит? Я вот не помню, но, ну, по-моему, да, она конечно. Будет видеть. Смерть на пороге. Кому навешать? Задавим их интеллектом. Приказы. Прочь с дороги. Так. Уничтожаем мирных жителей Кархала, лаборатория. Секретные документы. В этих документах упоминается секретная лаборатория Доминиона. Очень доступ к секретному заданию. Сейчас мы будем как раз вот сюда вот выходить. Трудовым подвигом готово. Давай, удиви. Приказы будут? Давай, удиви меня. Кто на новенького? Как скажешь. Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен. Задавим их интеллектом. Я уже... Месторождение минералов выработано. Недостаточно минералов. Приказы будут? Будешь здесь? Давай, удиви меня. Потихонечку надо выносить эти базы, блин, грёбаные. Что за спешка? Почему бы и нет? Выполни. Вооружён, я уже заждался. Высылайте подмогу! Так. А тем временем вот эту базу мы с вами перенесем вот сюда. Подходящее место для посадки. Ну почему же вполне себе подходящее место для посадки? Приказы так. Будут? Понятно. Окей. Поехали все это дело уничтожать. Спросить, во сколько обошлась нам эта великолепная машина? Но и я спрошу вас, можете ли вы назвать цену безопасности ваших близких? Конечно, нет. На всякий случай мы вот сюда вот расположимся. Будет сделано! Отдавим их интеллектом! Знаю, отходи, 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 отходи! Вооружен и опасен! Давай, удиви меня! Так точно, сэр! Нельзя терять. Все понятно. Возвращаемся на базу. Есть работёк! Сейчас мы быстренько наберем веса. Выкладывай. Приказы будут. Недостаточно минералов. Так. Кому навешать? Шкозненько. Кого подлатать? Недостаточно минералов. Ну да, конечно. Отлично, они очень быстро сейчас будут добывать. Отдавим это дело. Их интеллектом. А? Чего пугаешь? Нам главное не теряться. Очень быстренько все это сделаем, насколько это возможно, конечно. Недостаточно минералов. Впереди великие открытия. Здравствуйте, командир. Прочь с дороги! Недостаточно минералов. Видеос. Пусть ребята пока копятся. Здравствуйте, командир. Сейчас на нас пойдет, видимо, атака. На эту базу, по идее, ничего не должно пойти. Здесь все замечательно. Штаб, я вас слушаю. Сейчас уже выходим, собственно. Впереди великие открытия. Уже вот-вот. Давай, здесь все закончилось. Меня. Черт, обидно. При
Приказывайте. База атакована. Недостаточно минералов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А? Бегите, глупцы. Нет, так они, по-моему, ее еще быстрее убьют. Здравствуйте, командир. Штаб, я вас слушаю. Так. Бегом, Марс! Угу. Тут ребята друг друга отремонтировали, да, вроде. Приказывайте. Кто на новенького? Отлично. Видеосвязь установлена. Блин, не понимаю, почему они завершено. Так криво пошли, ну ладно. Недостаточно минералов. Вооружен и опасен. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Посылайте подмогу! Прочь, дороги! Сделаю! Молот богов! Легко! Улучшение завершено. Не вопрос. Иду как могу. Здравствуйте, командир. Отлично! Будет сделано! Блин, осталось только техника. Выполняю. И техника мне подводит на самом деле. Еще бы! Понятно! Круто! Потому что без Одина все-таки как-то Торами очень тяжко держать оборону. База атакована. Здравствуйте, командир. Видео. Недостаточно. Сейчас минералов. Мне дадут люлей. Кому навешать? Круто. Штаб, я вас слушаю. База атакована. Давай, недостаточно. Высылайте подмогу. Видеосвязь установлена. Покати... Здравствуйте, командир. Так точно, сэр. Покатили, как говорится, да. Отлично. Вооружен и опасен. Здесь еще можно базу поставить. Кого подлатать? Думаю, наверное, этим и займусь. Понял, готов. Высылайте подлогу. Окей. Видеосвязь установлена. Кому наверх? Так. Рисаем, готов. Давайте вот сюда вот всех собирать. Вот эту улицу. Недостаточно минералов. Приказывайте. Недостаточно минералов. Ха. Мой чувак все-таки их сделал. Штаб, я вас слушаю. Почему бы и не? Превосход! Они напали на башню! Отряд Браво, разберитесь с ними! Упс. Так точно, сэр! Бегом, Мор! Видеосвязь установлена. Понятно! У меня там нет, придурки. Приказывайте. Давно бы так. Здравствуйте, командир. Покатились. Кого подлатать? Быстренько строим вот здесь вот базу. Штаб, я вас слушаю. Видеосвязь установлена. Штаб, я вас слушаю. Мне бы на передовую. Видеосвязь установлена. Отлично! Так. Да, понял. Выполняю. Видеосвязь установлена.
Ух, приступай. Данные отправлены. Скоро передача о грязных делишках Менгска прогремит по всем мирам Доминиона. Завершено. Так. Штаб, ладненько, надо слушаю. Как-то это все дело делать более логично. Достаточно минералов. Ну а теперь вроде все достаточно. Месторождение минералов выработано. Здесь еще чуть-чуть и будет все зашибись. Давай, удиви меня. Два командных центра. Есть работенка. Водишь ты. К трудовым подвигам готова. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Кому наверх? Форсаж, ребята, нет. Приказывайте. О, будет больно. Отлично. Отдавим их интеллектом. Вооружен и опасен. Приказы будут? Вот спускайтесь нам сюда. Придурочные. Покатились. К трудовым подвигам готово. Плохи мои дела. Все понятно. Бегом, а! Штаб, я вас приказываю. Недостаточно энергии. Видеосвязь установлена. Блин, какой-то вообще ад творится. Ну ладно, надо будет промотать, например, или что-нибудь в этом духе. Здравствуйте, командир. Отлично. Давай, удиви меня. Так. Штаб, я вас... А что, у нас всех Одинов уничтожили, что ли? Хоу, прикольно. Так, то приказывайте. Не, вроде есть. А, три штуки. Но... Здравствуйте, командир. Какие здесь застряли? Видеосвязь установлена. Точнее! Бегом, Амар! Не вопрос. Штаб, я вас слушаю. Выполняю. Застряли, бедняжки. Брось с дороги! Давай, удиви меня! Жду не дождусь! Так, воздух, ля-ля-ля-ля-ля. Давно бы так! Брось с дороги! Конечно! Тёма! Штаб, я вас... Ну, красотка. Минералов выработано. Добил-таки. Приказывайте. Да вы чё прикалываетесь, что ли, ребят? Мои дела. Кому навешать? Я уже заждался. Штаб, я вас слушаю. Давай же. А, серьёзно, Тор? Как так? Не вопрос. Здравствуйте, командир. Я-то думаю, чё у меня Торы не умирают? Выполняю. Вас понял. Так точно. Приказывайте. Видеосвязь установлена. Теперь-то все понятно. Бегом, Ар! Здравствуйте. Штаб, я вас слушаю. Улучшение завершено. Вторжение на территорию башни. Отряд Альфа в атаку. Остановите их. Минералов. Вооружен и опасен. Так. Больнючий здесь, ребята, я вам скажу. Установлена. Так точно, сэр. Ложись на меня. Ну, вроде все нормально. Кому навешать? Так. Высылайте по
Вот кто на меня, видимо, пойдет сейчас. Здравствуйте, командир. Ой-ой-ой. Бегом, Марк! 7-8. Выполняю! Мы загрузили последнюю часть передачи. Посмотрим, что теперь народ подумает о своем любимом императоре. Все передачи вышли в эфир, сэр. Телезрители во всех мирах Доминиона увидели наш спецвыпуск о Менгске. Ну, как-то так. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Десертир. Всем удачи. Пока-пока.